Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу вместе с вами полистать раскраску фантоморфозы Гербера Заноса, показать вам свои раскрашенные работы. Так что, кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра! Раскраска у меня чуть больше года как появилась. Раскрашена вот эта иллюстрация. Я здесь тыкву не стала раскрашивать, потому что у меня уже, по-моему, сделана эта работа. Вот эта птичка мне нравится. В раскрасках Гербера Заноса я в основном использую мандалузу, но иногда и просто карандаши и какую-нибудь еще вот акварель, как здесь. Здесь у меня использована перламутровая акварель «Луч». А также я использовала вот здесь вот штемпельную краску. А тут я не помню, то ли я перламутровую черную акварель использовала, или же втирала, даже скорее всего я втирала пищевой перламутр. Да, вот так вот это выглядит, к сожалению. Вот эта мне иллюстрация нравится, но мне кажется, что все-таки мандалузы и тут уже выцветают, потому что работа была более яркая. А здесь мэджики и металлики, но я не помню какие. Берлинга или же биджи металлик, котейка. Ну, в общем, неплохо, но не вау. Вот эта иллюстрация. Тоже вот не могу понять. Может быть, вот здесь, наверное, я сделаю, немножко изменю, короче. Вот это я раскрашивала, наверное, скорее всего, в мае, потому что с июня я сделала перерыв в раскрашивании этих раскрасок на лето. Вот, поэтому, скорее всего, это июнь. Давно уже. На фоне сухая пастель. Ну и в принципе здесь карандаши без размытия. Так, вот это еще. Да, фон бледнеет, что очень печально. Здесь добавлен черный карандаш Кохенур Джоконда Силки Блэк номер 1. И вот. Вот, как я и говорила, тыква раскрашена здесь, по-моему, к Хэллоуину. Корона. Здесь черная гелевая ручка с блестками с AliExpress. По-моему, самое дельное и ценное, что было в этих пастах. Ну вот, это все, что здесь было раскрашено пока. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Пусть вас радуют и раскраски, и канцелярия, и результат. До скорой встречи. Пока-пока.